Представляем универсальное заточное приспособление «Профиль». В базовой комплектации «Профиль» предназначен для двухсторонней заточки ножей. Заточить нож при помощи абразива значит придать лезвию форму клина с заданным углом вершине. От точности исполнения клинового профиля напрямую зависит качество заточки. И просто руками, без профессиональной подготовки, выполнить эту задачу нелегко. Используя профиль, вы самостоятельно, быстро и без особого труда сможете затачивать лезвие вашего инструмента с высокой точностью. Для любителей и профессионалов-заточников профиль – это удобный помощник и рабочий инструмент для достижения наилучших показателей остроты лезвий. Комплект приспособления «Профиль» включает стальной корпус, одиночный сменный ножевой зажим с ориентированным и надежным креплением клинка, универсальный держатель абразивов, 5 абразивных камней разной гридности, струбцинный зажим. Держатель абразивов позволяет оперативно переустанавливать различные бруски, бланкеты и другой инструмент. Штатный держатель рассчитан на наиболее распространенный заточной инструмент. Несложная замена губок не исключает применение специнструмента. Выдвижной телескопический узел настройки углов заточки имеет 2 ступени регулировки, что делает его более компактным по высоте и в то же время обеспечивает плавный ход регулировки угла. Контрольная шкала показывает углы наклона абразива относительно исходной плоскости отсчета. Заточное приспособление от техностудии «Профиль» в своем классе ручных устройств имеет наиболее удобную схему двухсторонней обработки лезвий, в которой мы постарались учесть достигнутый опыт в этом направлении и создать максимум удобств для эффективного обслуживания лезвий. Помимо базовой комплектации, проект «Профиль» включает дополнительные насадки, которые легко навешиваются на установочный узел. Установочный узел состоит из унифицированной втулки с фиксатором, обеспечивает надежную установку и разворот насадок вдоль центральной оси. Кроме основного одиночного, есть двойной симметричный зажим с переустановкой ножа. Такой зажим предпочтителен для тонких и вытянутых клинков. У двойного зажима предусмотрена возможность перемещения зажимных губок вдоль поворотной рейки для выбора зоны заточки. В двойном зажиме, так же как и в одиночном, производится двухсторонняя заточка без переустановки ножа с разворотом на 180 градусов. Легко заменяемые сменные насадки делают профиль многоцелевым устройством. Так замена зажимов позволяет точить ножи различной формы и специального назначения. Навесной стол может служить опорой для ручного удержания ножа или иного режущего инструмента в процессе заточки, а также для установки на нем других приспособлений, например, устройства для заточки ножниц. На основе платформы профиля не прекращаются работы по совершенствованию узлов и механизмов. Разрабатываются дополнительные навесные устройства, внедряются новые подходы к механической угловой обработке различных изделий.